Да, есть так называемый настрой. Значит, понятно, что если вы считаете, что вам в чем-то должно повести, что-то должно произойти хорошо, и это, например, связано с какими-то другими людьми, и вы поэтому улыбаетесь им, вы готовы с ними сразу дружить там, и так далее, и они идут вам навстречу, ну, допустим, там, условно говоря, человеку предстоит кастинг, да, вот, и, значит, он себя настраивает. Все, это будет моя роль, я пойду, все будет. Он заходит, и он вот верит в это, да, вот прям верит. Он же светится, да, он играет непринужденно, понимаете, он со всеми сразу строит отношения. И больше вероятность того, что его возьмут. Ему дадут действительно эту роль, ну, да, больше? Но это не связано никак с материальностью мысли, да, это свидетельствует о том, что если вы ведете себя определенным образом, то вероятность того, что что-то произойдет, увеличивается.